Друзья, привет! С вами Любомир Борода, и это две новых застежки от компании Art Casting Pride. В прошлом выпуске, когда мне присылали, в прошлый раз, когда эти парни присылали мне на обзор свои застежки на пробу, я говорил то, что они для меня несколько легковаты. Вот. И в этот раз парни прислали вот такие вот офигенные, уже большие, такие, кстати, крупные пряжки. Вот, увесистые, и уже они точно не легковаты, и мне очень нравятся. Вот, это волк, а вторая – это череп в бандане. Вот, плюс он разбирается, и бандан можно снять. Вот, я специально не плел браслеты с этими двумя бусинами для того, чтобы сначала разыграть два браслета, один с пряжкой волк, второй с пряжкой черепа в бандане. И победитель уже мне скажет свой размер и цвет, который он желает, и я сделаю браслеты, которые, собственно, вышлю победителям. Условия простые. Вы подписывайтесь на мой канал и репостите это видео в одну из социальных сетей. Либо это будет Facebook, либо это будет ВКонтакте. И пишите комментарий, то что да, Любомир, я участвую. Вот, итоги мы подведем через пару недель. Дату подведения итогов я напишу в описании под этим роликом.